так запахал. Вот здесь середину я пахал в свал. В развал я спахал, здесь была канава. Мне не понравилось. Я пахал здесь другим плугом с диском. Пахать невозможно, солома все забивает между лемехом и диском. Едет как бульдозер. Решил я этим плугом. Этим лучше. Ну и тем можно было, без диска. Но я решил попробовать. И мотоблок, конечно, в первую очередь. Ну, вес имеет значение, что ни говори. Так. Вот сам всегда критикую, что пашут буграми, а сам напахал буграми. Но я примерно понимаю, почему бугры получились. Межу я заполнял не землей, а соломой. И земле уже деваться некуда было. Вот, например, здесь уже без соломы. И уже другой вид. Вот край. Ну, плуг по чертежам Шкуратова Владимира. Только косяк небольшой, вот ступенька какая-то, миллиметр надо убрать. Глубина, ну здесь вот побольше, а так, по-моему, 15 сантиметров. Сухо. Ничего не промочило. По солому закрыл. Да я толстый слой наложил, обрадовался. Ну все, всем спасибо.